52 охотника были привлечены к административной ответственности. В ходе профилактических мероприятий сотрудники Росгвардии выявили нарушения, которые связаны с несоблюдением правил охоты, хранения, ношения, транспортировки и использования оружия. За различные нарушения в сфере оборота оружия у граждан было изъято 9 единиц огнестрельного оружия и 47 патронов к нему. 5 владельцев оружия были привлечены за нарушение правил перевозки, транспортирования и оружия и патронов к нему. Операция получила название «Охота». Она стартовала одновременно с открытием охотничьего сезона в регионе 18 августа. Впервые в рейдовых мероприятиях были задействованы катера Рязанского линейного отдела МВД России на транспорте. Это позволило проверить ранее недоступные прибрежные зоны реки Оки. Для нарушителей предусматриваются административные штрафы в размере от 500 рублей до 3000 рублей. И также лишение лицензии на оружие, ну и даже изъятие также оружия. Охотничий сезон продлится до 15 ноября. Осенний период посвящен охоте на водоплавающую, болотно-луговую, полевую и степную дичь. При этом пока серьезных нарушений выявлено не было. С любителями пострелять регулярно ведется профилактическая работа. Однако сотрудники Росгвардии напоминают, что во избежание трагедии транспортировать оружие можно только в чехле. При этом патроны должны храниться отдельно. Галина Кудряшова, Игорь Глотов, телекомпания «Город».